Приобрести этот или любой другой интересующий вас товар по цене ниже, чем у производителя, вы можете, просто написав нам на Viber или позвонив по телефону, указанному в описании к данному видео. Все цены на нашем сайте anticrisis.com представлены без учета скидки. Это не рекламный ход, а лишь требование производителя держать рекомендованную розничную цену. Напишите нам, и цена вас приятно удивит. Также, помимо самых низких цен, мы предоставляем нашим клиентам копию заключения эксперта о непринадлежности товара к холодному оружию. Данные документы есть к большинству продаваемых нами ножей. Приятного просмотра. У нас небольшая распаковочка такой вот тройной плойки GM1988. Вставляется вот в такой большой коробушке. Инструкция на разных языках. Производитель заявляет здесь, по-моему, 45 ватт. Ну, более подробно, конечно же, у нас на сайте. Да, 45 ватт. Давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри. Ну и в каком виде вы получите этот товар, заказав его у нас. Внутри у нас сама плойка и должна быть инструкция. Коробочка, кстати, очень добротная. Как видите, такую не стыдно подарить. Так, ну, инструкция у нас небольшая, она у нас идет на английском языке. Да, других языков здесь нет. Но, в принципе, здесь все предельно ясно, расписано, скажем так, на пальцах. Так, давайте посмотрим, как она у нас выглядит. Включать мы ее не будем. Смысла, в принципе, нет. По ним, естественно, все проверяем перед отправкой. Никакого брака, ничего подобного не встречалось. Вот такой длинный шнурочек, добротный, очень толстый. И вот такая вот сама плойка. Здесь у нас также идет гравировочка, маркировка с характеристиками. Здесь производитель и кнопка включения. Здесь три режима. Наверное, один режим это выключено. Первый и второй. Ну, вот такая вот подставочка, чтобы ваша горячая плойка ничего вам не спалила, не сожгла, не обожгла. Ну и вот так вот это все выглядит вживую. Крупная, выглядит недешево, а стоит дешево. Материалы добротные, производитель тоже, упаковочка тоже неплоха. Шнур вот такой вот мощный. В принципе, вот и все.